Meie jaoks jäi ta baritoniks number üks maailmas, mitte lihtsalt baritoniks. Хороший певец, великолепный певец. Ну, что он огромная величина, то есть это глыба, которая, как говорится, редкая не только в Эстонии, а вообще в оперном мире. Teistes oludes oleks ta võinud olla ikka meie super-super megatäht rahvusvahelises ulatuses. В его тембре было много разных интонаций, разная окраска звука. И верхний регистр, и центр, бархатные такие ноты красивые. Никакой резкости в голосе не было. Väga suur laulja. Мне tuleb niimoodi, et ta tuleb kõike uksega tuleb teatrisse sisse. Каждая песня превращалась у него в музыкальную новеллу. Но уж как он пел, это просто чудо. Поет красивым голосом, и все. Нет. Он очень с хорошей школой актерской был. Он был настоящий эстонец, он любил свою страну, любил свой язык, знал свою историю, знал свою культуру. Вот как раз это тот пример, когда абсолютно эстонский артист принес славу своей стране. Hän ymmärsi aina, mitä hän lauloi. Nyt kun on 100 vuotta hänen syntymästään, niin uskon, että hän tulee vielä enemmän tunnetuksi länsimaissa. Kõige raskemini on mul kätte tulnud vokaalpartiid. Arvan, et laulutehnikas olen ma täiuslikusest veel küllalt kaugel. Seetõttu töötan ma pidevalt tehniliste raskuste ületamise kallal. Начало арии. Как-то я вдруг почувствовал какой-то внутри холодок. Оттуда шел психологический посыл, стал весь притих.